За столом Маргарита Дробязко и Дмитрий Миллер. Риту и Дмитрия готовил Александр Жулин. Музыка Клагера, замок. Любит эта пара огнестрельное оружие. Недель прошло с начала нашего проекта «Ледниковый период». Ну, конечно, это немного. 17 недель. Ну, а с другой стороны, это целая жизнь, прожитая на льду. Посмотрите, какой стал Дмитрий Миллер. Когда профессиональный фигурист с партнершей, поднятой на вытянутые руки, проделывает такие перестроения на льду, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Это часть работы. Но это делает как раз не профессионал. Какая поддержка сложнейшая была выполнена Дмитрием Миллером, как часто и много раз он менял направление движения с Ритой на вытянутых руках. Ну а вообще, общее впечатление от танца самое лучшее.